Привет всем, друзья! В этом видео покажу-расскажу, как сделать своими руками очень необходимую и нужную самоделку для многих людей в этом сезоне. За основу самоделки нужно взять любую пластиковую бутылку. Этикетку надо снять и верх бутылки отрезать. Теперь понадобится кусок фольги и хлопчатобумажная тряпка. От тряпки нужно отрезать длинную полоску. Тряпочную полоску завернуть в фольгу, таким образом, чтобы получилась трубочка. Фольгу плотно сворачивать ни в коем случае не нужно. Внутри обязательно должно остаться пространство. Самоделку немного согнуть. В обрезанную бутылку налить воды. Тряпочную полоску в фольге намочить. Один конец перебросить через борт. Самоделка готова, пришло время пройти в теплицу. Бутылку с водой поставить рядом с растением, так, чтобы капли попадали на корневую систему. Вот таким простым и легким способом мы с вами сделали, из подручных материалов. Наипростейший капельный полив. Многие люди не могут каждый день поливать растения. Кому-то надо на работу или съездить на какое-то время домой, а на даче поливать некому, то эта идея как раз для вас. Чем больше объема будут бутылки, тем дольше будет работать капельный полив. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!